думаю, что все помнят тот интерьер загородного дома, который пока без людей, но он ожидает гостей. Вы все помните, когда вы были маленькими, какое волнение перед приходом гостей. А вот этот вот, вот это пространство загородной такой гостиной, оно аж дрожит от волнения. В него только зашел солнечный свет, а все остальное тише воды, ниже травы. И слышно, как муха пролетит. А вы в это время помогаете на кухне бабушкам, мамам, тетушкам готовить еду для гостей и сервировать прекрасный стол, фраже раскладывать красивенько, расправлять занавески, в вазу вставлять цветы с собственного сада, расставлять чашечки красиво, чтобы люди могли попользоваться, включать музыку на старинном патефоне, да, протирать пыль со старого диванчика дедушкиного, подправлять картины и даже вот, которая упала, да, там вытирать пыль с них и, допустим, привязывать веревочку, чтобы она хорошо висела, разжигать камин, ставить стулья по фэншую, только вашему фэншую. Вы знаете, какой интерьер обнимет ваших любимых гостей.